В Елабужском институте прошло мероприятие, направленное на деятельность научных кружков. Подробнее об этом в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялась презентация студенческих научных кружков. Руководители кружков и студенты-активисты со всех отделений рассказали о своей деятельности, а также о результатах и достижениях. Это клуб для иностранных студентов. Называется он «О русском, на русском, интересно». Вся деятельность направлена на то, чтобы отрабатывать артикуляционные орфоэпические навыки, расширять словарный запас и активный, и пассивный, отрабатывать грамматические нормы и синтаксические конструкции. Наш кружок называется «Школа экскурсоводов». Ежегодно мы проводим до 40 экскурсий для гостей университета, но для того, чтобы эту экскурсию подготовить, каждый студент занимается серьезным научным исследованием. Тематика кружков охватывает все научные направления вуза. Педагогическое, экономическое, историческое, физкультурно-спортивное, инженерно-техническое и другие. Всего в Елабужском институте на сегодняшний день функционирует 20 научных объединений. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз.